Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с информационным выпуском Умар Текеев. Коротко о некоторых темах. 125 тысяч гектаров планируется засеять озимыми и яровыми культурами в весеннюю полевую кампанию. В Черкесске пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося организацией незаконного игорного бизнеса. В Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошел торжественный вечер, приуроченный к 75-летию со дня рождения директора Ногайского драматического театра Валерия Казакова. Волейболистки Черкесска стали призерами открытого межрегионального турнира по волейболу. Далее об этих и других темах подробнее. Руководитель республики Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством заместителя председателя правительства страны Марата Хуснуллина. Участники заседания рассмотрели ход реализации инфраструктурных проектов, реализуемых за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. Марат Хуснуллин обозначил вопросы, которые необходимо решить до конца года в отрасли строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства. Рассмотрен также вопрос распределения лимитов финансовой поддержки на новую программу расселения аварийного жилья на 2023 год. Одобрено распределение лимитов на новую программу на этот год между 14 субъектами. Размер общей финансовой поддержки составляет 22,5 миллиарда рублей. К регионам, ранее уже приступившим к выполнению новой программы, в текущем году смогут присоединиться еще 5 субъектов – Адыгея и Калмыкия, Камчатский край, Астраханская и Воронежская области. В Карачаево-Черкесии с рабочей поездкой находится генеральный директор публичного акционерного общества Россети «Северный Кавказ» Роман Левченко. В формате состоявшейся двусторонней встречи руководитель региона Рашид Тимрезов и Роман Левченко обсудили итоги развития электросетевого комплекса региона в прошлом году и планы на текущее. Компания «Россети» реализует на территории республики сразу несколько ремонтных и инвестиционных программ, разработанных в целях развития энергосистемы Карачаево-Черкесии. Обеспечение надежного энергоснабжения – неотъемлемое звено социально-экономического развития любой территории, а также важное условие для реализации значимых для экономики инвестиционных проектов, написал в своем телеграм-канале Рашид Тимрезов. Кроме того, руководитель региона сообщил, что Карачаево-Черкесия полностью выполняет обязательства по платежам за потребленную электроэнергию и является передовиком в российском рейтинге по платежной дисциплине за электроэнергию, газ и другие виды коммунальных платежей. Развитие республики в плане промышленного производства, туристического потенциала во многом, конечно, зависит от и качественного, надежного электроснабжения. Все сами видим. Буквально нам удалось сами обсудить сейчас и как правильно систему надежности энергообеспечения. Мы думаем, что и ваша инвестиционная программа, которая есть по развитию электросетевого комплекса, по замене ветхих сетей, мы ее обязательно продолжим. Платежная дисциплина на территории Карачаево-Черкесской республики, она на сегодняшний день самая лучшая в регионе. Вот даже что касается, скажем так, проблемной отрасли на всем Северном Кавказе ЖКХ, у нас динамика положительная, то есть процент оплаты улучшается с каждым годом все лучше и лучше. 14 апреля во Дворце культуры Черкесска пройдет ярмарка вакансий. Любой желающий сможет узнать об открытых вакансиях, подготовке по интересующим его направлениям, поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве. Ярмарка интересна и работодателям. Участие в ней уже подтвердили практически все крупные компании республики. Их представители на местах проведут первичное собеседование. Подробности сообщил начальник управления службы занятости Карачаево-Черкесии Хизир Кумуков. По поручению Министерства труда Российской Федерации при активном участии партии «Единая Россия» службой занятости планируется провести всероссийскую ярмарку вакансий «Время возможностей работы в России». Ярмарка будет проходить два этапа. Первый этап состоится 14 апреля. Региональный и второй этап федеральный в июне этого года. Будут созданы на ярмарке 6 площадок, будут круглые столы. Для старшеклассников проведены профориентационные мероприятия, образовательные учреждения представят свои списки специальностей, а в свою очередь работодатели республики представят огромный выбор своих вакансий.
приглашаем промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия, предприятия в сфере туризма. Для участия в ярмарке придется зарегистрироваться предприятием на портале «Работа в России», подать заявку в органы службы занятости и зарегистрироваться в очередь в свои вакансии. Так, кроме этого, приглашаются граждане, находящиеся в поиске работы, выпускники образовательных учреждений. 5 апреля на базе Республиканского института повышения квалификации работников образования пройдет региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В мероприятии примут участие подростки от 10 до 17 лет, которые прочтут со сцены отрывки любимых прозаических произведений. Они уже прошли несколько этапов отбора. Теперь им предстоит выступить перед профессионалами. В жюри войдут знатоки литературы, актеры и педагоги. У каждого участника конкурса будет 4 минуты, чтобы запомнится жюри. Лишь трое представят регион на всероссийском этапе, который пройдет в мае текущего года в Международном детском центре «Артек». Сразу в двух школах Абазинского района полным ходом идут работы по капитальному ремонту. В частности, обновятся здания общеобразовательных учреждений в ауле Кубина и гимназии номер 1 ПСЖ. На объектах проведут ремонт фундамента, потолков, заменят окна и двери, отреставрируют фасады и, конечно же, будут выполнены внутренние облицовочные работы. Вместе с тем планируется замена систем отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения. Ремонтные работы планируется завершить до начала нового учебного года, чтобы 1 сентября учащиеся смогли вернуться в обновленные школы. 125 тысяч гектаров планируется засеять озимыми и яровыми культурами в Карачаево-Черкесии в предстоящую весеннюю полевую кампанию. Из них сев яровых культур планируется произвести на площади 107 тысяч гектаров, а озимые занимают 17 тысяч. На сегодняшний день сев озимых культур полностью завершен. Кроме того, обеспеченность семенами в настоящее время составляет 75%. В 2023 году продолжится республиканская программа по обустройству мини-садов интенсивного типа. Подробности сообщил министр сельского хозяйства Анзор Буташев. Данный проект был предусмотрен до 2022 года. За этот период мы успели все районы охватить. В каждом районе было кооперативу и было заложено более 30 гектаров садов. 315, если не ошибаюсь, лично подсобных хозяйств. С этого года по поручению Рашпредспивича мы продлили региональную программу. И как минимум до 2024 года данная программа будет работать. В этом году планируется охватить 3 района, поддержать 30 хозяйственных кооперативов. Соответственно, это получится где-то 90 лично подсобных хозяйств. Получить государственные услуги, не выезжая с курорта, стало возможно для жителей Теберды с появлением в городе первого МФЦ. В многофункциональном центре доступно окно приема платежей по жилищному фонду, и клиенты смогут получить услуги по принципу единого окна. Здесь можно будет получить, заменить и восстановить паспорт, оформить загранпаспорт, зарегистрироваться по месту жительства или по месту пребывания, а также зарегистрировать право собственности и получить выписки из ЕГРН. В 2023 году продолжится работа по озеленению республиканской столицы. В частности, работы уже запланированы на апрель месяц. Об этом сообщил заместитель мэра Черкесска Артур Озов. В прошлом году мы на некоторых аллеях, в некоторых парках уже приступили к такой практике, что мы высаживаем деревья, которые уже более взрослые, более большой диаметр ствола. И эту практику будем продлевать. Вот сейчас мы готовим предложение, какие деревья будем высаживать, где мы, в каких местах мы будем высаживать. То есть такие планы у нас есть, мы будем это все реализовывать. Есть календарь, по которому можно высаживать в какое-то определенное время. Ну, согласно этого календаря, чтобы мы не впустую брать везде время и деньги, чтобы был какой-то эффект, да, безусловно, кому-то мы будем удерживать. В Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой в рамках Дней ногайской литературы и искусства прошел торжественный вечер «Портрет. Юбилей собирает друзей», приуроченный к 75-летию со дня рождения известного общественного деятеля, председателя Высшего совета общественной организации Федеральной национально-культурной автономии ногайцев России, директора Ногайского драматического театра, обладателя Ордена за заслуги перед Карачаево-Черкесией Валерия Казакова.
Юбиляра поздравил министр по делам национальности и массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он отметил значительный вклад Валерия Сиперовича не только в сохранение и развитие ногайской литературы, но и в укрепление и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в республике. На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева прошел 6-й региональный этап 9-й Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и аспирантов. В региональном этапе приняли участие студенты КЧГУ и СКГА. Традиционно ребятам предстояло ответить на вопросы и написать сочинение эссе на одну из предложенных тем. Все призовые места достались студентам КЧГУ. Дипломом первой степени награжден студент исторического факультета Беслан Дагов. Обладателем диплома второй степени стал магистрант исторического факультета Магомед Куйчуев, и диплом третьей степени получила студентка факультета экономики и управления Белла Барлакова. Жители Карачаево-Черкесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Что для этого необходимо и куда стоит обращаться, расскажет начальник Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаево-Черкесской Республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инноваций социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр «Мой бизнес» по улице Ленина, 53, Центр инноваций социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. В республиканской столице пресечена деятельность преступного сообщества, занимавшегося организацией незаконного игорного бизнеса. Следователями Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии совместно с региональным МВД ликвидировано одно из крупнейших организованных преступных сообществ, члены которого длительное время занимались организацией незаконного игорного бизнеса на территории Черкесска. В ходе проведенной спецоперации пресечена незаконная деятельность трех игровых клубов, проведено порядка 20 обысков в офисных и жилых помещениях, задержано 12 человек, им уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в зависимости от роли и вовлеченности в деятельность сообщества. Криминальный финансовый оборот преступного сообщества составлял не менее 500 000 рублей в месяц. Правоохранителями республики в Карачаевске задержан мужчина по подозрению в покушении на убийство своего отца. В Карачаевский отдел МВД поступило сообщение о том, что в частном домовладении по улице Калинина в Карачаевске между отцом и сыном произошел конфликт, в ходе которого последний, вооружившись ножом, нанес отцу удар в область живота. Несмотря на полученное ранение, пострадавший смог добраться в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. После случившегося злоумышленник заперся в одной из комнат. На требования сотрудников правоохранительных органов сдаться не реагировал. После четырехчасовых переговоров при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали 41-летнего подозреваемого. В связи с участившимися случаями мошеннических действий на территории республики представитель общественного совета при МВД по Карачаево-Черкесии Али Байрамкулов призвал граждан к бдительности. Уважаемые жители Карачаево-Черкесии, заводя телефонный разговор с незнакомцами, очень тщательно следите за своей речью. Не сообщайте даже самые общие сведения о своем финансовом положении. Если вас пытаются заверить, что с вашими счетами в банке случились неприятности, не спешите принимать меры. Просто самостоятельно перезвоните в финансовое учреждение, проверьте полученные сведения. С большей вероятностью никаких проблем не обнаружится. Крайне рискованный способ заработка – это инвестиции в сети интернет. Представившись компетентными специалистами, мошенники готовы выходить с вами на связь месяцами. Они будут звонить вам, пока у вас будут иметься средства. Перед совершением любых операций со своими сбережениями обязательно взвешивайте свое решение и советуйтесь со своими родными. Не позволяйте посторонним людям манипулировать собой. А если вы все-таки, не дай бог, стали жертвой мошенников, незамедлительно сообщите в полицию по телефонам 02 или 102.
Энергетики филиала Россети «Северный Кавказ» Карачаево-Черкесскэнерго в прошлом году зафиксировали 11 фактов незаконных построек и сооружений, расположенных в охранной зоне линии электропередачи. Еще два подобных факта выявлены за 2 месяца текущего года. Тему продолжит главный специалист службы по региональной работе Департамента по взаимодействию со СМИ Надежда Алакаева. В ходе плановых и внеплановых осмотров обнаружено незаконное строительство железобетонного забора и насыпи щебня в пролете опор линии электропередачи 110 кВт Садовая Северная в окрестностях Черкесска. В селе Архыз в охранной зоне линии электропередачи Лунная Поляна Романтик установлен котлован под капитальное строительство, а под пролетами опор линии электропередачи Северная Черкесск одноэтажное здание. Такое же нарушение выявлено в охранной зоне линии электропередачи Касаева-Тиберда, где прямо под проводами высоковольтной линии электропередачи построена база отдыха с гостиничными домами. Для устранения этих и других подобных фактов энергетики выдают соответствующие предписания нарушителям. Однако специалистам не всегда удается установить владельцев земельных участков, где фиксируются нарушения. В связи с этим по всем выявленным фактам письма для принятия мер направляются в надзорные органы, в том числе в Кавказское управление Ростехнадзора по Карачаево-Черкесии, прокуратуру, главам муниципальных образований республики. В Хасавюрте завершилось первенство Северокавказского федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. 3 медали и 4 путевки на первенство России у борцов Карачаево-Черкесии. Эльдара Джанкезова, Рената Узова, Расула Маршанова и Ислама Хагандукова. Курорт Архыз приглашает всех 1 апреля на традиционный фан-фест «Окунись в весну». Обязательное условие участия – креативный костюм. Подробности сообщила представитель компании «Кавказ.РФ» Марьяна Белая. Фестиваль «Окунись в весну» для Архыза – это такая уже хорошая, добрая традиция. Таким образом мы провожаем сезон уже и буквально окунаемся в весну, потому что участникам соревнований надо будет на горных лыжах или сноуборде выполнять трюки над водой. То есть так или иначе придется упасть в бассейн. Либо же другой вариант – проскользить по поверхности воды, не намочив костюм. Кстати, креативный костюм – это обязательное условие фестиваля, и для этого даже есть отдельная номинация. Победителей жюри определит в 4 категориях. Лучший трюк, самый необычный костюм, самый сухой участник – это как раз тот, кому удастся проскользить по воде, и мисс вдохновения. В общем, ждем всех в Архызе ярко, весело, спортивно окунуться в весну. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода. В горах местами небольшой снег. Ветер западный с переходом днем на восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 3, плюс 8, в горах местами до плюс 1. В горах республики свыше 2000 метров лавина опасна. В Черкесске без существенных осадков, ветер западный с переходом на восточный 6-11 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 8 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Текеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и вашей семьи, достойное и гарантированное денежное довольствие, жилищное обеспечение, современное обмундирование, серьезная профессиональная подготовка, новейшие системы и комплексы на вооружении. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 86 52 24 99 51. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!